Привет всем моим подписчикам. Сегодня финал Кланс Капа. Надо стрим отредачить. Финал Кланс Капа. Сегодня будет очень интересная битва. Очень крутая. Чтобы я не заболел. Было бы вообще класс. Здорово, пиявка. 13-40 свин. Тут БО3, по-моему. В прошлый раз, когда не играли, мы начинали смотреть за Сайрекс. Сейчас мы начнем за... GT Gaming. А, нет, БО5. Да. Извиняюсь. Привет, друзья. Ну, типа. Руди. О, я выяснил так. It's so trash. Да, пипец. Рукер модный. Сейчас зайдет еще мой бро. Это дерзкий.
Вау, 7 человек, подписчики. Лови. Глеб, кто сильнее, Гран Катамаран или Пиявка? Лукизон сильнее. Да. Лукизон сильнее. Чё лови? Кого? Где? Что лови? Прямо как... It's so trash. Алексей, а что лови-то? Кого? Ловить. Так это мой ак. Ну, так и есть, да. Это Акьяна. Свояки. Заходи, Ян, быстрее. Аналитика канала. Погнали. Плюс 6 подписчиков за последние 28 дней. Ребята, подписывайтесь на меня. Пожалуйста. Ребята. Подписывайтесь. Очень надо подписка. Подписки. Нет. Ты меня не любишь. Я так и знал, что ты меня не любишь. А, то есть я должен соло стримить. Ладно. Короче, финал Кланс Капа начинается очень жестко. Это пик команды Чти Гейминг. Сейчас я буду встретиться с моим бро Руди. Как он будет хавать сейчас второго этажа. Ой, надо игру потише сделать. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Давайте, ГТГ. Чик-чик-чик-чик-чик. Пётр, я вас сейчас взорву. Быстро, Пётр. Пётр. Вот, вот так вот. Так, сейчас я звуки потише сделаю. А то пипец какой-то. Элик убил уже Рузи. Вот так нормик. Я думаю, да. Короче, уже как-то два типа осталось у ГТГ. Там еще Элик убивает, летает. Кирилл Корошка. 6. Дал минус 2. Минус 2 что-то особо ничего не дали. Игру убавь, пожалуйста. Я убавил, Алексей, убавил. Я знаю. Само громко стало. Страшно. Очень страшно. Заход под единицу. Руди идет вор. Это был пуш тройки. Руди улетает. Убивает Оречи. Покатывается синий, еще убивает Элика. В это время спайдер с каменом убивает Петра. Дерут Корошка убивает тройку. Хелл поднял Элика и это 2 в 3. Сейчас еще 3 в 3. Элик взорвал дерево корошку, но Руди разменял, и Хелл еще разменял Элика. Трэш. Это второй раунд за командой Cyrex. Сейчас с игрой норм по звуку? Или что? Что так лагает у меня? Фу. Граната пошла! Купите мне пятую плойку. Пш-пш. Заход по двойку. Нужно смотреть за Петром. Что Петр сейчас полетит, я уверен. Мало? Вот так пойдет.
что-то 0-3. ГТГ пока что обтёриваются. Не могут зайти. Плент. Ой. Это холд. Пётр пошел дома. Пётр увидел на каменном. Еще на втором увидел. Андер прыгает на короткой. А Руди что делает? А, Руди смотрит по жим тройке. Кирилл Корошка сидит на мосту с Петром. Двое типа по двойкой. Уже трое типа по двойкой. Походу будет играть двойку. Спайдер убил Петра. Кирилл Корошка падает. Репулс. Завидуйте молча, пожа. У него Репулс. Поднимаю с Петра. Руди взрывает тройку. Это будет заход под один. Или что? Да, под один, потому что там уже Бурген стягивается. Минус два дает Руди. Еще Петр. Да. Петр вот убил Кирилла Корошку. Это первый раунд для команды ГТГ. Они решили похолдить. Поймать Сарикс на подпуше. Делают тот же самый раунд. Вот Сарикс сидит просто. Чиллаут ловит. Петр, какой агент? Не надо агента, Петр. Петр видит на втором этаже. Это будет заход под один опять. Руди будет играть тройку. Андер будет играть двор с бомбой. Руди уже проходит. Его убивает, Бурген его разменивает. Петр дает свой первый килл. Хорош, Петя. Бурген тоже свой первый килл дал. Элик забрал Петра. Сейчас нужно резуректировать Петра Блузи Кингу. Он это делает. Бурген увидел Спайдера, но этого убил. Еще убивает Руди. Кирилл Корошка поднимает. Ситуация 3 в 4. Учитывая то, что позиции у игроков ГТГ не очень. Их выбивает просто, считай, да. Еще Хэлл убивает Кирилла Дорожка. Это 1-4 и первые 5 раундов уходит команде Сайрекс. Это лайк. Это лайк. Шлем, конечно, у Пургена жесткий. Здравый шлем. Он может Warface поиграть. Походу, прошла инфа, что это двойка. Вот сидит на первом этаже. Позанял Кирилл Корошка. И Пурген. Да, говорят, двойка. Андра же стягивается. Руди, бегите за понта. Эрик убивает Петра. Речь еще добирает Руди. И Пурген. 1 в 3. Забирает Хэлла, но Алис его разменивает. Это 1-5. Пока что у ГТГ не очень. Им нужно забирать Дев. Типа вот 4 раунда, чтобы все сравнить. Тогда нормик будет. Ну и сами это понимают. Короче, опять двойка. Дали Руди буст. Эрик забрал Петра. Кирилл Корошка убил Макса. Пачка выпала на перемычке. Еще выпрыгнул Зуталис, убил Кирилл Корошку. Андер выкатывается, убивает Спайдера. Еще убивает Хэлла. Все сзади на Эрик. Тут НТ. Еще 2-5. Сокращают разрыв. ГТГ.
стакают единицу. Петр говорит, парни, это два. Они уже стягивают. Надо смотреть за Руди. Увидел то, что у него выкатит Стив подкат. Петр убивает спайдера. Ставит пачку. Руди убивает Алиса, который ставил пачку. Сыпь под бочку. Встал на бочку. Смотрит перемышку, убивает еще Макса. Это Биг Брейн. Фелик убивает Руди, но это все равно раунд за ГТГ. Еще 3-5. Более-менее подсобрались ГТГ. Делают то же самое. Петр дал фута, что это один. Но его убили. Макс забрал Андро. И Руди сейчас будет смотреть выход из смока. Бывает спидака. Но ему продают тройку. Руди говорит, ну как? Тима Раков. Ладно. Ситуация 1-2. Пурген против Хэлла и Спайдера. Бывает Спайдера, остается Хэлл. Хэлл вряд ли ресает. Хотя он мог уйти в тройку. Да, он ушел в тройку и ресал. А у него еще труп плуту. Или этот... Или это кого труп? Да, у него труп плуту еще был. Труп Элика. Это раунд за Сайрекс. 3-6. Да. Два встают. Петр уже не пикает первый этаж. Это заход по двойку. Пурген убивает спайдера. Руди забрала речи, и Аля забрала еще Пургена. Также Эрик еще забирает Руди. Но Петр разменивает. Петр еще дает килл. Летают тут мухи. Руди говорит, он наш респе. Руди убивает Макса. Еще убивает Хэлла, это 4-6. По-моему, половина закончилась. Или ласт раунд. Да, закончилась. Давай, давай, шевели ластами. Руди пушит воду. Внимается на двойку. Его, скорее всего, услышали. Бывает Хэлла. Сам оставляя Монсерас без медика. И ситуация для ГТГ сейчас разы лучше, потому что у них живой медик. Но Элик убил Петра. Еще 2 килла дают Сайрекс. И тут уже ситуация 2-3. Уже ситуация не лучше. У КТГ. Пурген убивает, остается 1-2. Бежит, в смог. Сыпет перемычку. Речи убивает, это 4-7. Ой. Простите, пожалуйста. Это ход под один. Руди будет играть со двора. Пурген забирает Оречи, Элик забирает Пургена. Но Петр разменивает. И Спайдер забирает Руди. Алис еще взрывает Пургена. 2-2. 2-3. Остается. 2-2. Вода. Блин, я думал, он слышал. Алис забирает Тандера. Ну и тут Дерела корошка с двух сторон зажали, это 4-8.
Петр забирает оречи. Я забираю турнира. Тут Эльф сейчас опыт. Петру. 5-8. Петра не идет катка, идет 8-14. Со всеми бывает, так сказать. Мы не расстраиваемся. Шутеры не главное. Элик тапнул Руди. Ставит пачку на 2. Мне кажется, или это не очень позиция Петра для штурма? Это 5-9. И скорее всего эта карта уйдет. Сайрекс. Будет заход под один. Это был заход под один, но... Тут Сайрекс очень хорошо приняли. Кирилл Корошка! Кирилл Корошка! Это Кирилл Корошка, тут спидак очень жестко выдал. Десять. Очень хороший счет для команды КТГ. Это пуш тройки. Кирилл Корошка дает минус 2. Сайрекс забирает Бургена. Это 5-11. Без весомых трудов Сайрекс забирает первую карту. Вторая карта будет... Пешка.
Я снова вернулся. Очень крутой стример. Это вторая карта финала. Ландскап. Заход под один. Ой. Первый раунд забирает ГТГ. Элик дает буст. А, он идет буст Макс. Так, заход под один, только теперь с бустом. Фурген взрывает спайдера, еще убивает Хэлла. Пушит дальше. Алис говорит, пока. Пушит бленд. Дает минус 2. Его взрывает Андер. Элик убивает. Андертитор. Вау. Ну теперь звуки надо. Ян! Я думал, уже от скуки умру. Привет, что по картам? Первую карту Сайрекс выиграли. Сейчас Тэшка. Пик Сайрекс, потом фабрика, пик КТГ. Андер убивает Алиста. Ситуация 3 в 3. Hello, Biden. Hello, Biden. Это Святик. Это Святик. Не-не-не. Не, там не так. Hello, Biden. Это Святик. My name is 5 billion rocket on Donbass. Let's go. Напиши, я стрим. И зайди в руму. А они уже спустились? Да. Ну, значит, подожду третью. Ты что? А то залагает. А ты еще у спидака залагает. Я не хочу. А спидак сейчас в углу просто сидит. Он в углу сейчас просто сидит. Не-не-не, нахуй. Он в респе. Это сяк по двойку, короче, от Сайрекс. Они бегут. Спидак бежит в кишку. С Эликом? Или с Хелл? А там вся рама в кишку пошла. Хелл, Спайдера, Макс. На, Спидак. Спасибо, дружище. Кайво. Рейн. Это кто? Мой старый друг. Когда я только играть начинал. О, Матвей Картошка. Свинорез. Фурген дает взрыватель, такой, блин, сосать раки. Али взрывает Дерила корошку. Мне Элик пишет, где стрим? Алло. Мы этот пойдем, колду потом. Ты вальс спрашиваешь? Нет. Руди пойдет. Элик обижает. Почему мне уведомления ВКонтакте не приходят? Я не понимаю. Почему мне все лагает? Тебе лагаю? Нет. Почему ты в ТСК лагаешь? Мне Руди пишет, фул катку и нет туда-сюда, будто на Инете ТЖКВ я играю. Ой, Элик! Ты мне лагай. Ты не списал. Hello, Biden. Hello, Biden. It's Attic. And end of 5 billion rocket on the bus.
Поставили единицу. Я буду ретейк. Спидак, спидак готовится к врыву. Дед флэш. А там Элик уже летит, и есть. Спидак флэшит Элика. Сейчас Элик такой, кто? Ну кто кинул флэш-плант? Я кинул флэш-плант. Ну нахуя, Микабон? Ааа, замолчи. Вот мне Роман Свет... Вот зрители мои, вот 4 человека. Мне Роман Светанин пишет. Говстак. Что мне ему ответить? Нахуй. Я помог Элику. Я ему дал буст. Он смотрел на меня своими глазами. Мне стало жалко. Никто не посадил своим бро. У спидака тут пипец. Там бас просто происходит. Что тут комментировать? Сарикс вторую карту просто кушают ГТГ. Там обдавали. Бля, может нахуй архист даже не сходить, они же стрелы все будут. Ну это и так, конечно, понятно, но. Нельзя такое говорить на стриме. Понимаешь? Все, я больше не буду давать буст Эрику. Ну что-то... Плохо. Не... Не... 3-6 или я даже смотрю. Чё? 3-6, парень. Или 3-8. Кто? Где? Ипл. А. Так это норма. Первую катку играет на просцене, алло. Пофиг. Чё пофиг-то? Тимбом минус 3 с дробовика дал. Знаешь, что-нибудь ставил на то, что он с дробовика хотя бы килл даст? Так он уже второй раз попадает. Элик! Как же Элик хавает? Я хочу ГБ вчетвером просто. Ой. Я ничего не хочу. Я хочу Warface еще поиграть. Не, я вообще не. Мне так понравилось, как мы с ним вчетвером ГБ играли, поэтому... Сука, я ей сдал, а потом две карты отлетел. Ну, 7, 11. Ну, бывает. А какие барни? А и реально, они в углах сидят просто. Меня хелп... Ладно, бывает. Хелл бежит с дефами, видит то, что я на респе валяюсь, начинает резать меня. Он, наверное, какой подумал... Это грубейшая ошибка. Он специально, наверное, так сделал. НПЛ. Руди выпивает Хелла, это 8-2. Кам. Вроде в Белоречи. А кто завтра... Наш предикт. Кто завтра окажется и легенда Си или еще и Норберт в команде? Еще и Норберт в команде? Что это? Я же говорил Янту, что OG выиграют первую, потом вторую выиграют Heroic, выиграют OG. Там Heroic вообще пиздец. 15
15-11 отдали, бля. Помнишь, когда вы ДШ-ку отдали 10-5? Да. Какая у тебя реакция была? Мне вообще похуй было, потому что мы проебали Берки 1-4. Посмотрите, ну было по фасту, проебем еще 2. Сюда хотел кинуть хаешку. Начал его задерживать, она его уже почти взрывается, он просто выкинул куда-то. На, спидак. Трэш. Если бы вообще по приколу со всяким говном бегает дробовик, то с фармилкой, блядь. Что такое фармилки? Да не, просто... Да, странно. Я бы наоборот симпу бы какой-то каваш давал, а... Перфекта чуть. Фармил. Лицо этого не было, прическа. Тебе нравится? Башня. Как у Хесуса. Я не знаю, что комментировать, Алексей, ругайтесь, не ругайтесь за меня, это просто пипец. Это всё равно 10-2. Я думаю, нам за наше профессиональное комментирование надо брать деньги. Мы уже 1000 рубасов взяли. Да. Хел взрывателя с Марлина дает. Я в шоке, Алексей пишет. Что в шоке, Алексей? Да это пипец просто, я не знаю. Ну вот, это 11-2 сейчас будет. У Петра вторую карту не идет. Вот, 11-2. Я хочу комментировать как сайтик, типа, он просто микрофон выключает. Come on, baby. Пу-ху-пу-пу. Ян, ты читаешь Коран? Чё? Ты читаешь Коран? Я чё, чурка? Мы осуждаем такие слова. Хотя нет. Хочу, чтобы всех чурок просто сожгли, урод. Негры пидорасы. Хай Гитлер. Я уже в колду схожу. Ещё фабрика. Эти... Посиделки, долгие раунды. Пипец. Чё скажите, прикинь, он реально просто в окно, вот они проебали, он просто в окно нахуй вышел. Я не думаю, что он в окно вышел, я думаю, он просто в тильте в жестком. Он такой сейчас сидит, просто, так сказать, не думает, блядь. Просто он даже когда в стольниках был, он не писал столько, не? По типу... Что? Пушка может на 10 дней выпадать? Чё? Ну и ведь чё... Скорее всего, коробка какая-то такая. С 5 коробок пушка на 10 дней упала. Hello, Biden. Hello, Biden. It's Vatic. Я когда не запускается, я в тильте.
Как же завтра фейзы похомячат. Ты понимаешь, это какой-то рофл, у них просто счет повторился два раза. На первой и на второй карте. Табачик такой говорит. Ну Нави, конечно, не в форме. Это связано с ситуацией в мире. И так далее. Блядь, такой рофл мне, короче, в ТГ. Рекламу дают канала там, где и пишет Франция, Марокко, договорной матч. Парни, покупайте рекламу. Пипец, у КЛХФ Винстрик 2 года. Это просто трэш. Чё, как сказал Кайоти, когда-нибудь это закончится. Если, ну, уже кто-то винстрик, как у ГЛХФ, никогда не повторит. Установить бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Причём, мне кажется, это не только в... Warface. Хотя нет, ладно. Warface. Там же эти... Астрали 4 года. Да. 4 года. 4 нахуй. В КС-ке. Почему у меня вечный поиск обновления в колде? Все обнова встает, наверное. Или Кавика взял на фабрику. Подожди, чего? Обнова? Обнова встает, наверное, не? Спасибо тебе. Ну ты типа ты ее скачал, она встает у тебя, понял? Спасибо, дружище. Как Ниппл идет? Я же свернул стрим. Я сейчас сам посмотрю. Но он же не будет лучше с Андаянга играть. Типа, это ежу понятно. 6-10 он вот идет. Сантаянг бы сейчас так же шел. Смысл ему типа свапать. Я вообще не понимаю. Тупорылые хохлы. Чтобы взорвали тварей просто. Россия. Что-то у нас просто ядерку скинули, толстяки. Зачем крутить М45? Захотел я так! Крутить М45! Нужна она мне, если я кручу. Первый раунд за КТК. Очень жестко. Это будет заходить сейчас по 2. Аллах Акбар. Малыш. Что, малыш? Не агрессируй. Я токсик. Я учусь у своего сенсея. Да, Ян? Вот. Все вопросы к нему, а не ко мне. На-на-на. Если эту карту ГТГ заберут, не в обиду им, но я расстроюсь. Что я устал. Просто пипец какой-то. Я хочу спать, лечь, спать. Я помогу тебе. Граната! 2-0. Аргентина ебай. Ди, а вот сколько раз Нави с Витальти уже прям в первых играх встречали? На... ХЛТВ посмотри. На мажорах? На ХЛТВ посмотри. Алексей, а можно хотя бы пак стикеров? Пожалуйста. За 5 голосов. Мы будем очень признательны.
Правда, Ян просто сидит, типа. А я еще кнопки нажимаю. Тихо. Колды мало. Так не. Нам еще надо, чтобы спида где-то 1000 рублей нашел. А тут же есть призовые на этом турике? Роха. Пока, Роха. Если есть, то классно. Светак сможет колду играть. Андер. Нет. М. А зачем играть класс К без призовых? М. 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 Чую подвох. Это 3-0. Можно я за них выйду, пожалуйста? Трэш. Был бы клан таджик. Эх. Да, Ян? Конечно. Правда... Без Ержана. Когда он руина. О, они Хани Баджера добавили. Куда? В колду? В колду. Это твоя любимая пушка? Это штурмовка. А, вообще фабричная херня. Кстати, после Kill Have a Cup. Или вы. Ян, го в эти выходные сделаем. На авиках турик 2 на 2. Го. Я не хочу. Я не буду выиграть. Будешь. Франция забил уже, что? Шестая минута. Что тебе не нравится? Это Ридик на поле вышел. Владимир Пердунов просто вышел и говорит. В принципе, я не знаю, что должно случиться, чтобы Франция пропустила от Марокко нахуй. Хабиб заявил, что болеет за Петра Яна. Я всегда болел, но болею за Петра Яна. Я сейчас хочу, чтобы он вернулся на победной серии. Очень яркий, доминирующий, сбалансированный боец. Хабиб про Петра Яна. Чё, Петр Ян? Это типа как Артур Костин? Ладно, сори. Борщ. Хабиби? Какой Хабиби? Хабиби? Успокойся. Сколько же людей, ушедших из игры, играет её ещё? Я не играю в игру. Алло. Я замена. Это Дмитрий. Замена состава Хэнентли. Я играю в колду с Яном. И с Руди. Да, Ян? И с Алистом. И с Алистом. Да. Это наш предводитель. Он наш тренер. Да. Орал сегодня вообще как бешеный. Да, правильно. Да запушьте вы в смог! Потому что твои обезьяны вы реально не продавали. Я продавал. Руди смотрит мид. И за... Понятно все с вами. Дмитрий пишет. Дмитрий, а как у вас жизнь? Мне, кто... Мне сказали, что вы переехали в Питер. Какой Дмитрий? Хулиганчик. Или вы ездили просто в Питер? Я не знаю, что-то, короче, вы в Питере делали. А
Да, бурген. Ой, блин. Я ездил на просмотр. И чё, как? Бурген говорит, синий 2. Не взяли. Ну, бывает. Бывает, Дмитрий. Всё впереди. Просто это слишком маленький клуб для вас. Бурген минус 5 в рамках вырвет. Нахуй. Я лучший авик этой игры. 5-1. Пожалуйста, Сайрекс. Блядь, уберите, пожалуйста. Все, там уже Элик штурма взял, говорит. Все, я беру штурма. А биби? Прямо сейчас вы можете поддержать начинающего стримера. Шесть один. Переешьте мне яички, ё-моё, что... Вот. Че ты дальше? Хорош, Дим. Лови чиллаут, как по ушам говорит. Вот, а сюда пожертвовать не можете. Это что, 6-2? Да. Зайду как-нибудь. О. Вы мне там ВК напишите, Дмитрий. Я так уж и быть тоже зайду. Позор. Дмитрий мой бро. Что вы добавили? Баги мы убрали какие-нибудь. Моды добавили. Потом, что еще добавили? Моды и все, наверное, да, Ян? Баги. А, и баги, да. Баги убрали какие-нибудь, это никогда не будет. Хотя тут багов в колде, мне кажется, побольше их. А то, кстати, интересно, пофиксили сейчас все? Кстати, я сейчас пойду проверю. Нихуя не пофиксили, блядь. Алис говорит, да тут администрация такая. Лучше, чем в Warface. Вот. Обнова выйдет, там все пофиксит. Элик говняра, как всегда. Извинись, быстро. Быстро. Что, Ян? Задонатьте мне, пожалуйста. 10. О! Владимир Пердунов! Именно в колду. Ты чё еблан не отвечаешь на мои эти, блядь, комментарии на стриме, уёбок? У меня нет комментариев твоих. Так я тебе... Так это я тебе пишу жирное уёбище. Так ты даун, если ты мат пишешь, это не отображается в чате. А вы на какую колду играете или Warzone? В новую мы играем в колду. Я вон написал, я послатый хуй с ростом. Если ты мат пишешь, не показывает вообще в чате. А, да, ну сейчас проверим, бля. Тебе надо писать, понял, с английскими буковками. Давай, сейчас напиши. Я тебе напишу, блядь, подожди, жди нахуй. Глеб, какой у тебя ник был раньше? Напиши, давай. Такой давай, был. Напиши что-нибудь. Напиши что-нибудь в чат, давай, я жду. Ридик, у тебя забанит, Ридик. Давай, давай, Ридик. Ридик, а это ты сейчас за Францию убегал и гол забил? Да. Нет, мой отец, блядь. Привет. Папа Ризик. Ризик, как день провел? Нормально, пока сюда не зашел, вроде неплохо было. Ты же сам зашел, зачем? Да. Тебя никто не звал. Я вон написал в комментарии. Сейчас. Все равно нет. Все равно нет. Ну ладно, похуй. Ридик, ты же богатый? А не слышно меня на стриме? Ты смотришь стрим, блядь. Сосите хуй мой, блядь. Крик, блядь. Пососи хуя. Или говняра. Какой говняра? Я так придумал, кстати, Эрик говняра, блин. Да, прям ты придумал.
Давным-давно, да, я так говорил, кто это пишет, блядь. Крик-крик. Это, блядь, какой-то этот, блядь, это смотри, он сидит там же. Соки. Такой маленький. Ебать, у меня 2%. М. Еще раз вы так поступите. А вы знаете, кто твой Георгий Победоносец? А ты знаешь, Ридик? Чё, тебе пришли результаты с этого? Да сука, не пришли еще, не задолбали, пидоры, блин. Так они две... Подожди, а сколько, недели прошло или меньше? Да. А, ну они две недели. Яна, ты как итоговое сочинение писал? Пиздаться. Прям жестко? Да. А ЕГЭ ты как написал? Хуёвано. Ну типа проходной балл набрал. Хорош. Ну главное проходной набрать, да, там дальше. Просто сосать хуй уже мужикам. Там уже когда жить, понесёт. Либо у деда просто. Рекс, ты хочешь? Ну жестко, суку выебать какую-нибудь. Рекс. Да, твою маму. Вчера ты говорил. Какое нахуй можно... Ладно, ладно, извиняюсь, простите, пожалуйста. Ну, прямо... С добрыми намерениями, а он, сука, да. Керекс вообще можно на свинью, блин, как свинью. На шашлык, блин. Твоя и просто у ногу врать эту толстую, блин. Не зашел с добрыми намерениями поговорить, бля. Ладно, простите. На бойнях это свиней ходит. Так за ноги нахуй. А Джуси Лорд вообще-то выебал всю страну, да, типа, кому завидно. Ридик. Mm. Ты если вернешься в Warfest, ты будешь со Смокером в одном составе играть и с Койотом? Я бы поржал с Койотиком, чуть-чуть. А представь состав, ты, Связик, Койота, Лукизон, Пашок и Смокер. Ну Пашок там точно не будет, блядь. Почему ты такого не любишь? Потому что у него ноги сводит, блядь. Как не, к Янчику относишься? Не, к Башку хорошо относишься, ну типа к его ногам плохо. А к Яну ты как относишься? Кому? К Яну. Хуёво, блядь. Про Алина Гридина вот это, да? Нет. Который сейчас... Оооо! Который этот Ян, который этот... Ян Гридин этот, да? Нет. Кто? Виноградов. Терский. Ну тоже хуёво. Да он пиздобол, он не приехал тогда. Мы типа договаривались встретиться у него, блядь, после. Реально? Да. Так я, может, хорошо отнесется, блядь. Ему сегодня мама скидывает собаку, которая вся в волосах, и пишет, это челка. Что? Просто с окна скидывает собаку ему на голову? Да. Как я вам понравилась? Бля, мама. Мне Жан состав позвал в курсе. Да? Реально? Опять? Похоже, реально какая-то кикует. Чё он тебе написал? Я предлагаю турик сыграть. В Warface, потому что я в деле. Все, ванжатор, да сейчас я вас всех вытраху жестко. Конечно, ты обосрёшься, Ризик. Чему, блядь? Я сильный, нахуй, авик, блядь. Лучший авик в Warface, но. Святик посильнее, я думаю, будет. Бля, не знаю, блядь. Во сне, может, да, блядь, посильнее. Он с Арикси уже, у него прогресс пошел. Ну, а я, блядь, в него... Страдаю такое. Это что? Тут легенда на стриме. А Кайтик до сих пор топ-1. Всем салам. Здорово, Бильбо. Блин, Койота, блин. Койота хапни хер. Койота, он обсирается вообще жестко. Ридик, Ридик, Ридик. Ридик, а Бильбо твой бро? Ставь на Францию. Кто такой Бильбо вообще, не понимаю. А, все, вспомнил, кто. А
Алёх, Ряк, ставь на Францию, ставь, потому что Франция 3 забьёт. Сколько, блин, я 10 тысяч лил вчера, кстати, просто нахер в моменте. А мне скучно было, я такой, похрену. Жизнь, как говорится, кто не рискует, не пьет, и просто... У меня тебя депутат, да? А на чё ты ставил? А я просто в казино ёбну. Здесь какой-то большой деп. Ещё ты в слоты играл, Ризик? Нет, блядь, One Win, блядь, какую-то хуйню там зашел, просто не, Ридик, по фану. Не, Ридик, такими темпами тебя скоро, не знаю, дед нахуй из дома переедет в другое место. Да вам похуй, блядь. Ты плакать нахуй сидеть, что ли, блядь? Ну да, просто десятку просрал. Да и поебать мне на десятку, блядь. Деньги как уходят, так и приходят, похуй вообще, блядь. Ты это бомжу скажи какому-нибудь. Деньги приходят. Я, правда, блядь, не зарабатываю пока нихуя, блядь, ну ладно. А у тебя дед еще деньги рубает? Да, блядь, ножницами, нахуй. Он в отставку ушел или что, или он до сих Табака пор? Табака совершила несколько покупок в PlayStation Store, когда грызла геймпад хозяина. Данила Милохина посадили на зону. Жалко. Жалко. Спустя 8 лет поражений от Германии у Месси будет последний шанс войти в историю с Аргентиной, выиграв чемпионат мира. Матч всей его жизни. И он опять отсосет хуй жесткий. А чё какой счёт у Марокко этой? 1-0. Марокко впереди. Пиздобола в рот ебут. Ставь на то, что Франция больше мув забьёт. Ты уже нахуй... Пизду, блядь, ставки. Идиот, поставь, это фри вообще просто. Хавка. Хавка, хуявка, блядь. У меня денег нет на карте сейчас. Один звоночек, и они появляются. Да. Знаешь, кому звонок будет, блядь? А ты у бати тоже один лимит, один звонок? Все типа... Свидание там есть. А, там... Свидание, блядь, он приходит чисто. А ты какую колбасу рублёный покупаешь или как? Докторской. Всё, в белом костюме с розочкой. Батя сидит, блин, пиздец. Твой друг Джекси, это просто легенда, блин. Ну, как смокер, то же самое. Марокко выиграет чемпионат мира. Да, да, Ридик. Это как смокер выиграет хоть один раз ГЛХФ, вот то же самое. Да, сейчас. С 0-1 от камбэчет, забьет. Блин, а ну, в смысле ГЛХФ, блин. ГЛХФ тебе тоже, блин, говорится, блин. Я в финале против них не так часто играл, как смокер. Да прикиньте, ну я даже... Нахуй. Боги Милана, блядь, мне такой свитер не покупают, пидорасы. А, ебать, чё, его зарезервировали, что ли? Чё, хотел отель купить? Заткнись нахуй. За хуйня, блядь, стоит. Макстапы и трусы, пиздец. Так, подожди, нет, его не, блядь, не брали. А, нет, ты просто айди-то у меня стоит, всё нормально, блядь. Лерекс, не хочешь у меня джемпи, а то я Хилфигер за 6к купить? Нет. Иди нахуй тогда. Предложи это Ержану, он купит. Купит он только не надо. 4.20. На 4.20. 4.20. На часах 4.20. А ты просто скажи то, что ты на 4.20 это покупал. И все. Ну скажи, что ты долбоёб. Бандера убил. Нет. Макс прочитал. Ян, ставь на Виталити. У меня фул банк на этих. На французском. На часах 0-0. Короче, надо ли читать стихи Есенина? Хотите, буду вам сейчас. 4.20, ты чё? Это, короче, магазин полярной одежды. Сергей Есенин. Где девайс и Ержан? Какой да Сергей Есенин? Егор это Крид. Это интересно, чем ваша игра без даунс какая-то, блядь. Всем лучше похер, песни что... Егора Крида исполнить. Я вам сейчас контент сделаю. Егор Крид.
Так, называется... Не тужи дорогой, не ахай. Не тужи дорогой, не ахай. Жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех каждого нахуй, чтоб тебя не послали. Это все весь стих? Сергей Есенина. Ветер веет с юга, и луна взошла. Что же ты, бледюга, ночью не пришла? Не пришла ты ночью, не явилась днем. Думаешь, мы дрочим? Нет, других ебем. Это как будто Смокер писал. Это как будто Есенин писал эту хуйню. Это как будто Смокер. Мне кажется, Смокер это Есенин на самом деле. Небо женщину белую называть скорее. Женщину белую белую, но впрочем. Почему пока... у меня минус 2 зрителя сразу? Мне бы женщину белую белую, но впрочем, какая разница? Я прижал бы силы к дереву и в задницу. Реально Смокер писал. Просто стихи моего детства пошли. Месяц рожу полощет в луже, с неба светит лиловый сатин. Я стою никому не нужен, одинокий и пьяный один. А хорошего в жизни мало, боль не тонет в проклятом вине. Даже та, что любил, перестала улыбаться при встрече мне. А за что, что я пью? Разве можно за это ругать? Коль на этой на пьяной планете родила меня бед... Бля, где тут вообще мат? Еще хоть что-то... Бля, вот тут. Пой же пой. Бля, красивый. Спасибо. Вот. Кирилл Дорожка, вот это представляется. Пой же пой на проклятой гитаре, пальцы пляшут в полукруг. Ты хлебнулся бы в этом угаре, мой последний единственный друг. И гляди на ее запястье. Кирилл Дорожка. Включи ее льющий шелк. Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел. Не знал, что любовь зараза, не знал, что любовь чума. Подошла и припущенным глазом хулигану сведет с ума. Пой, мой друг, нависай мне снова нашу прежнюю буйную рань. Поцелует она другого, молодая, красивая, сука, дрянь. Ах, постой, я ее не ругаю, ах, постой, я ее не кляну. Да тебе про себя я сыграю, подбасываю эту струну. Льется дней моих розовый купол, сердце снова лад их с ума. Много девушек я перещупал, много женщин в углу прижимал. Да, есть горькая правда земли, подсмотрел я ребяческим оком. Лежит в очереди кабель. Лежит в очередь кобели, стекающих, суку, соком. Чего же мне ее ревновать? Так чего же мне болеть такому? Наша жизнь простыня до кровати. Наша жизнь поцелуй до вома. Пой же, пой в роковом размахе. Этих рук роковая беда. Только знаешь, пошли их нахер. Не умру я, мой друг, никогда. 113 сценок, средняя 4.7. Люди оценили данное стихотворение. Рига, теперь пой Егора Крида. Какую, бля, песню я забыл уже. Ты моя невеста, если честно. Ай, подожди, да? Я музыку быстро. Сейчас, подожди, там будет какой-то, типа... Ну, больше уже не бывший, вот это. Даже не главное, бывший. Давай какой-нибудь, я не знаю, блин. Что там, какая есть на хайпе, жесткая песня, блин. Включай на любую хайпе. Песню. Я подпою, давай я. Я не буду врубать. На хайпе? Давай я включаю любую песню, блядь, Егора Крида, я все знаю. Я а чё ты, Ян, сука, включай, ты гандон, блядь, а? Хуль ты, блядь, тут? Ебёшь мне мозг, блядь. Я подключил, ебало закрыл на ноль, блядь, давай. На часах 00. И снова деньги. Деньги, сучки, тачки. Слушайте, не хотите, чтобы я сочинил свою песню? Рекси, ты долбоёб. Так, давай, сейчас я тебе минус. Йоу. Прописай с герл, детка, влезет только. Теперь Рекси, блядь, только в карман, нахуй, за деньги его лезть, блядь. Дураку, нахуй. Да, Ритик, тебе-то не будут, у меня дед не депутат. Пошли не нахуй, не дам ничего. Вперед, блядь, поехали. Все, Сайрекс выиграли Кланс Кап. Всем пока. Вообще.